Далее о новостях, которые сегодня обсуждают в интернете, расскажет моя коллега Надежда Ведерникова. Надя, тебе слово. Привет, Ксюша. В кировские ленты новостей попало происшествие в Санчурске. Там сегодня сгорел двухквартирный дом. На пожарище были обнаружены тела 4 человек. Как сообщили в Следственном комитете, в квартирах было зарегистрировано 5 жильцов. Один из них успел выпрыгнуть в окно. Сейчас он находится в больнице. На месте работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины пожара выясняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В интернете сегодня опубликовали видео Крымского моста с высоты птичьего полета. Сегодня рано утром движение по мосту было официально открыто. Первыми по переправе проехали журналисты, а также ветераны, представители общественности и байкеры. Затем на сооружение смогли заехать обычные автомобилисты. Накануне в торжественной церемонии открытия моста принял участие президент Владимир Путин. Глава государства прокатился по переправе за рулем КамАЗа. Сегодня только за первый час работы по Крымскому мосту проехало более 1000 автомобилей. Популярность в интернете сегодня набирает видео, снятое в самолете, который чудом избежал крушения. На кадрах, опубликованных в соцсети, снят салон самолета во время посадки. Инцидент произошел в Китае. При подлете к городу Чэнду в кабине экипажа разбилось лобовое стекло. Температура в салоне упала до минус 40 градусов, а большая часть приборов перестала работать. Как пишут китайские СМИ, только благодаря мастерству пилотов самолет благополучно приземлился. Сообщается, что в результате происшествия второй пилот получил несерьезное травмы. Одна из пассажирок также отделалась небольшими царапинами. А в Рязани сняли на видео улицу Ковров. Жители улицы Рыбацкой, по всей видимости, решили добавить уюта и выстелили дорогу старыми коврами. Как поясняет автор видео, проезжая часть украшена самыми разными коврами, в том числе и винтажными. Жителям Рязани такая задумка понравилась, и в комментариях они сочиняют оды Ковровой улице и шутят, что коврами можно украсить вообще все дороги в городе. Ну и, наконец, интернет разделился на 2 лагеря из-за акустической иллюзии. Это короткая аудиозапись, на которой звучит всего одно слово. Вся проблема в том, что люди слышат его совершенно по-разному. Вот, послушайте. Лорел. 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 Кто-то слышит имя Йенни, а кто-то Лорел. Есть случаи, когда один и тот же человек может слышать то одно слово, то другое. Посты с этим видео вызвали бурные споры в соцсетях. Одни не понимают, как можно услышать Йенни, если там Лорел, и наоборот. Интернет-пользователи пытаются найти объяснение феномену. И с этой целью замедляют аудио или пытаются связать его с возрастом. Некоторые предполагают, что если человек слышит Лорел, это значит, что он обращает внимание на более низкие тона в записи. Кстати, лично я слышу на записи слово «Йенни». Ксюша, а что слышишь ты?